Приветствую вас, и я смотрю, вам уже эксперты дали ответы на ваш вопрос. Я не буду повторять их ответ, а я постараюсь немножко с другой стороны посмотреть на вашу проблему, на вашу ситуацию. На ваше поведение и так далее. Значит, первое, что хочу вам сказать. Значит, что-то заключается в том, что вы, по всей видимости, боитесь того, что ребенок испортит вам жизнь. А рождение ребенка вы боитесь по той причине, что, ну, опять же, на мой взгляд, по той причине, что ваши отношения с мужчинами, они не складываются должным образом. Либо это ненадежный человек, да, либо это человек, с которым у вас получается, либо это, собственно, тот, кто вас обманывает. То есть в ребенке вы видите страх, что вас оставят с ним, и при этом в личной жизни вас не будет. Это недоверие к мужчинам. Это страх того, что мужчина вас как-то обидит и так далее. И с одной стороны, это означает отсутствие на должном уровне вашей самооценки. С другой стороны, это означает неопытность в отношениях с мужчинами, может быть, непонимание мужской психологии, отсутствие своей модели женского поведения и, как результат, проблемные отношения с мужчинами. Вполне вероятно, что вы сами не знаете для себя, чего вы хотите и как вы хотите, в каких отношениях с мужчинами вы хотите. Вот. Предположим, что вам хочется отношения одних, вот, предположим, что вам хочется того, чтобы мужчина был с вами, и чтобы он был серьезный, но при этом вполне вероятно, что вы не дотягиваете до его уровня, и в итоге выбираете то, что есть. То есть, понимаете, вы в ребенке видите результат своей связи с мужчинами. И эта связь почему-то всегда негативна. И здесь либо отсутствие ответственности за свое поведение, либо страхи, либо неуверенность в себе, либо просто неопытность. Идущая из детства такая установка, что ребенок – это одно, а личное счастье – это другое. И что они никак не совместимы. Ну и, соответственно, если я прав, то вам нужно прорабатывать и детско-родительские отношения с их установками. Вам нужно прорабатывать и свою модель женского поведения. Вам нужно работать над самооценкой, повышая уверенность в себе и развивая, собственно, в себе женщину. И вам нужно как следует определить критерии мужчин, с которыми вы хотели бы быть вместе. Вот, если я прав. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!